было для меня важное, но я все откладывал, я наконец-то сделал расписание, рекламы, там все-все-все, сделал вот по этим трем основным мероприятиям. Первое мероприятие, которое будет 16-й вебинар, вот этот вот, который будет осенью. То есть это я уже делаю 8 лет, коллеги. В какой-то мере он вроде бы как лучше, но вот этот последний 15-й, который сейчас, вот завтра будет последняя его встреча еще раз. В рамках 15-го приходите, пожалуйста, если хотите. Вот, и он и хороший, и плох. Он и хороший был тем, что все-таки там как-то выстроено. Все-таки у нас получился длинненький, это тоже хорошо, потому что там было, у нас, помните, 3 части. Была первая часть азирусловедения, это мы еще в марте начинали, потом у нас в апреле было вступление, были Шерлок Холмс был, у нас... мы выясняли, а что же это за участок, какие, понимаете, исходные данные, что мы видим. В общем, ну, не надо вам это рассказывать, вы как раз оба и участники, больше никто не пришел, как раз оба участники 15-го. И вот делаю 16-й. На 16-й у меня, видно, на осенью, наверное, сил не хватит сделать такой длинный, потому что это у нас получился длинный, да, помните, он у нас начался в марте, потом там был апрель, потом я на 2 недели, ну, в общем, все это вы помните. Ну, в общем-то, он хороший. Мало того, я хотел его еще сделать еще длиннее. То есть я еще задумывал сделать продолжение, тоже примерно месячное, примерно на 12-15 встреч. Это называется теория условедения. Но не сделал. Просто сил уже не хватило и как-то все растянулось. Вот. Но там тоже есть полезное, нужное, важное, но теорию условедения я так и не сделал. Она для практики не нужна. Теория словедения будет нужна уже для совсем продвинутых, если вы хотите понять, о чем же мы там делали. Вот. О, Назиля пришла. О, и как раз Назиля очень хорошо. Почему? Потому что. Ура. Назиля, вы слышите, да, что я говорю? Потому что переходим, это не самое главное, самое главное вот это. Я наконец-то раскачался, и мы делаем четвертые курсы. Очные. Да, вижу, ура! И вот на эти 4-е очные курсы, 2 первых курсов, фактически я делаю раз в 2 года. У меня каждый год сил не хватает. Поэтому предыдущие, 3-й, я делал в 2017 году, в 2018 не сделал, вот сейчас в 2019 делаю. И очень их хочу, и они уже точно состоятся. Я уже договорился и с аквамарином, я договорился с экскурсией. Хочу сделать 2 экскурсии, точнее, даже будет одна такая 4-составная. Ну, кто был на этой экскурсии, которую мы делаем на комплексе защитных сооружений, потом в Кронштадту, по пути там заезжаем. И я хочу сделать еще 2-ю экскурсию, потому что мы там находимся в Зеленогорске недалеко от Линдовской рощи, мы там находимся недалеко от последней оставшейся у нас в России действующей полотной станции. И вот я хочу сделать еще такую экскурсию, 2 экскурсии сделаем. И кроме того, удлиняясь, смотрите, с 6 по 15, если у нас было там, не помню, 7, 8, 9 дней, то сейчас у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 дней. 10 дней, и, соответственно, у нас будет время, чтобы плотно пообщаться. Тем более у нас плотное общение. У нас не так, как всегда, там с 10 до 4, и все побежали по своим делам. У нас будет общение и вечером, и, может быть, у кого-то ночью будет общение, и будет общение шведский стол, завтрак, обед, ужин. Шикарный! В отличие от того, что, Виталий, вы были на первых курсах, которые у нас неудачные были, в том смысле, что еда была, конечно, позорная, была такая, ну... столики такие простые по меню. Здесь шведский стол, и шведский стол отличный. Шведский стол просто обалденный. Очень хороший шведский стол. Соответственно, мы будем общаться и на завтраке, на обеде, и ужине. В еде я не прихотлив. Да, но там первые 2-3-4 дня можно хорошенько поесть, а потом уже просто как гурман такой. То, сё, там вот. И потом, кроме питания, будем общаться там сауна. Хорошие, там нет бассейна, но там есть всякое другое. Ну, в общем, увидите все это. И там будет спортзал, все это в единую сумму. Проживание, питание, сауна, спортзал, еще всякие другие штучки, которые там есть. Все это можно в единую сумму. Если компоноваться, если жить по 2, мы будем жить с Владимиром Николаевичем Никитиным, как обычно, вот, то это в прошлый раз, в 2017 году, обошлось 1900 рублей с человека. То есть ровно столько же, сколько, как вы помните, было в Востоке 6, как тогда вот, сколько, 5-6 лет назад это было, я не помню. Первая встреча, когда была. Вот, здесь сумма та же, но качество совершенно другое. Вот, то есть мы будем общаться круглосуточно 10 дней, кроме того, что у нас будут экскурсии, кроме того, что мы будем идти по плану, по процессу, мы еще будем отвлекаться на все остальное, что хотите, мы будем решать все проблемы, будем гулять, Финский залив рядом, можно на него посмотреть и прогуляться. И, кстати, Дмитрий вписался, вот, сейчас на людей перейдем, Дмитрий вписался, который был на третьих курсах в прошлый раз, вот, он получил удостоверение в 2017 году, он очень плотно общался, и он бегун. И он бегал там по берегу. Вот, так он вписался сейчас. Сегодня утром он говорит: хочу. Я говорю: хорошо, но, значит, ты мне ничего не платишь, потому что, коллеги, все те люди, которые бывают у меня на очных курсах, вот, которые были трое, на этих трех курсах каждый раз было примерно по 6 человек, то есть примерно 18 человек в России имеет статус русловеда. Вопросы готовить раз, вопросы готовьте все. Любые. Мы, в общем, погрузимся там до невозможности. Назиля. Вот. Будем решать все проблемы. То есть мы там втихаря пробежим то, что нужно. Нужно гидравлику — будем гидравлику, нужно гидросчеты — будем гидросчеты, нужно особые виды — будем тоже, но я млею, вот я сам доволен, мне очень нравится, как получилось. Организация гидрометцисканий. На очной организации гидрометцисканий я еще не раздухарился, хотя бы, по идее, надо делать. Но вообще очные, они затратные, они сложные, и если вам честно сказать, то вот все три предыдущие, которые были, они все мне были в минус. Все очные курсы, которые я проводил 3 раза, были в минус. Вот не знаю, как получится сейчас в этот раз. Вот. По участникам. Те участники, которые участвуют, они получают статус русловеда, и, соответственно, вы имеете право участие во всех пожизненно будущих моих очных курсах, которые будут, во всех заочных курсах, которые будут, все записи, которые у меня будут. Помните, там арсенал гидролога, есть был такой полный на 15 курсов, был еще расширенный еще на больше, все-все-все. То есть мне больше никогда вы ничего не платите. Не платите, но все получаете, получив статус русловеда. Вот, и Назиля уже заранее вписалась, и уже участвует и во всех мастер-группах. И Ксения тоже обещала, что Ксения, так сказать, мы еще не договорились до конца, вот, но уже, ну ладно, это все отдельно. Вот. Поэтому статус русловеда, он хорош, я его пиарю, я хочу, чтобы такого рода люди были. Вот, и, как вы знаете, Виталий имеет номер 1 русловеда, это бумажка от меня, и мало того, я имею право выдавать такую бумажку. Почему? Потому что, ну, в общем, приедете и увидите. Ладно, вот. И кто еще вписался? Все те, кто сейчас сюда пришли. Значит, я, моя дочка, которая здесь, не слушает сейчас меня, но у нас здесь, мы с ней, она тоже будет там, вот, потому что у нее есть 2-е высшее образование, тоже гидрологическое. Первое она экономическое закончила с ППГУ, 2-е РГГМУ и на гидролога. Потом будет Владимир Николаевич Никитин, известный вам. Потом будет Виталий, всем известный. Я очень рад. Вот. Дмитрий вписался, и это очень хорошо, потому что это такой очень активный, интересный такой гидролог. У него своя частная фирма, такая небольшая, но он очень продвинулся. То есть это редкое сочетание. То есть он одновременно и молодой, и в то же время фирма есть, уже опыт есть. Постараюсь. О, что еще за постараюсь? Я уже вписал, что вы все. Мы вот с Ксенией еще там что-то выясняем. Вот. Вот, в общем, все вы вписаны, уже вписаны, да, в группе ВКонтакте. Еще там пару человек не вписались. Вот, единственное, Ксения у нас под вопросом, Виталий, вас я под вопросом не считал. Я считал, что вы уже это, вписаны. Вот, и еще у нас... Ну, в общем, я думаю, что если еще там, в ближайшее время или не в ближайшее, если еще хотя бы 2, 4, 5, 6 человек впишется, то у нас будет очень весело, дружно и это. И, кроме того, у нас и делаю встречу гидрологов. То есть у нас будет начинаться со среды и будет заканчиваться в пятницу. То есть будет так вот, чтобы со среды до пятницы будет. среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 10 дней. Вот, Арина, Арина будет. Арина гидролог номер 2. У нее, по-моему, не второй диплом, у нее, по-моему, 4-й диплом, но я не помню, у кого второй, третий, что-то растворились люди. Может, Андрей, кстати, там второй, третий, я уже забыл. Вот, а будет Арина, да, я все вспомнил. Вот. И Филипп, но Филипп пока что-то думает. Филипп, к сожалению, он когда-то давно мне пообещал. Не то, что мне пообещал, коллеги. Мне, конечно, это очень нужно. Мне, конечно, я этого очень хочу, но исключительно, так сказать, ради встречи друзей, потому что Филипп приезжал, я не помню на какую, на первую или на вторую, он приезжал на один день, как раз на встречу гидрологов. Вот, встреча гидрологов это у нас один день, и там в основном будут все питерские, там было 30 человек, было 50 человек, там были, в общем, там много, непонятно, что будет и сейчас, но что-то будет. И там как раз надо общаться, как раз вот будете общаться, там много других, там был у нас один раз, или два даже раза был Виноградов Алексей Юрьевич, сын Юрия Борисовича, это руководитель одной из самых крупных гидрологических организаций в Санкт-Петербурге. И была хохма, у нас приезжала одна женщина и говорит, вот я ищу работу. Вот, на первых Филипп, да, на первый Филипп приезжал, да, и он приезжал тогда на Ниве. А когда я был в Ростове, он меня на этой Ниве возил, мы ездили на экскурсию куда-то с ним в Ростове, вот, на этой же Ниве. Точнее, даже не он возил, а они вдвоем приезжали, они приезжали Филипп, и еще там есть, забыл имя, ну, его сотрудник, да-да, нет, Артем это другое. Артем это другое. Там у Филиппа есть несколько сотрудников, потому что Филипп же сейчас стал руководителем вот этой искательской группы. Вот. Было такое, когда Филипп на своей машине, на хорошей, с Артемом нас возил в старо... новую... Блин, забыл все эти названия. Было, у нас были такая поездка, и была еще поездка, когда Вадим, это у Филиппа есть еще сотрудник Вадим, вот они меня на Ниве забирали. Ну ладно, вот, поэтому Филипп пока что-то думает, поэтому я постараюсь до осени нагнать волну, потому что надо встретиться, надо пообщаться. Вот эти все односторонние, ведь вам сейчас неинтересно, здорово, компания. Да, неинтересно, когда я один что-то вещаю, а вы не можете сказать. Да, помните, мы делали скайп-встречи, вот, там было хорошо. Вы, наверное, продолжаете, кто-то общается в WhatsApp-группе, коллеги, я ушел, к сожалению, оттуда. Вот, но если, Виталий, напишите там, пусть все желающие приезжают, если не на все 10 дней, потому что 10 дней это долго, это дорого, это... неинтересно, может быть, это длинное наше вот, шурум-бурум. Вот, пускай приезжает хотя бы на один день. Это будет 9 ноября. Вяло там, пишут мало. Я с кем-то общался. Когда я был у Джамили, она меня фоткала на фоне Сувакского каньона, куда они меня привезли с мужем. У нее муж Ибрагим. Вот, они меня туда привезли, в общем, потом на форелевую, но это отдельно надо рассказывать. Я чуть-чуть вам порассказывал, мне в скайпе больше нравилось. Вот, надо в скайпе встречи сделать еще. Вот, и Джамиля, что я забыл, чего хотел сказать. Встречи, все. В общем, надо встречаться. Вот. И она публиковала фотки со мной в... WhatsApp-группе, вот, и говорил, что там есть какой-то отклик, что там что-то общение какое-то идет, но тоже по скайпу не всегда как на очных, то скайп барахлит, то эхо, да, в общем, очные надо встречаться хотя бы там раз в 5 лет, тем более, ну, я беру деньги, потому что я вам сказал, да, что у меня все предыдущие были в минус, потому что надо проживание, нужно экскурсию, нужно зал снимать, в общем, какие-то траты. Вот. И лично для меня это в минус. Личную встречу ни с чем не сравнить. Да, и тем более после такой встречи совместной, потом можно и лично встречаться, и все остальное, и все что угодно. Да, я помню, что... Ну, в общем, ладно. Так, ну, и вот я, соответственно, одновременно вам рассказал и про личную... Вот, она здесь, кстати, у меня тоже прописана, я что-то про нее забыл, про нее показать. Вот что и в рамках этой 10-дневной встречи у нас будет один день, когда встреча гидрологов. И, ну, там был шурум-бурум, там я тоже делал... приглашал разных людей. Там, но это я, может быть, сяду и, может быть, специально сделаю прям такую встречу и расскажу. И, может быть, ее потом выложу для всех, а может быть, вообще всех приглашу. Просто расскажу, как у нас проходили встречи гидрологов вот, в прошлые разы. Потому что там были разные люди. У нас был, кстати, Вадим Кузьмин, который потом стал директором ГГИ и в прошлом году умер. У нас был Лобанов Владимир Алексеевич, автор нормативного документа СП. У нас был... Кручен Максим Николаевич был. Кто у нас еще такие были из известных всем людей? Ну ладно. Так, потому что что-то полчаса прошло, но я хотел-то сегодня первую вот эту рассказать. Ну ладно, так, у нас еще какие темы? Вот Дмитрий написал, ладно, про Дмитрия я не буду писать. Здесь я расписываю преимущества тех, у кого есть статус русловеда. Я написал, вы русловед. Или ты надо было написать русловед. Мы, кстати, живем с ним недалеко друг от друга. Мы живем у одной станции метро. Но очно встречаемся очень редко. Вот. А заочно без конца помогаем друг другу. Вот. И я говорю, так что, все. Соответственно, вот из актуальных. И он говорит, впиши меня куда в список участия. Я говорю, куда тебя вписать? Он говорит, хочу в Скомарине. В Скомарине это вот эти вот 10-дневные. Я говорю, ну, пожалуйста, конечно, приезжай сколько хочешь. Вот. Так, коллеги, какие еще ощущения, вопросы? Отвлекся я, конечно, от тем, но потому что я сейчас этим 2 дня занимался, со всеми общался, всем писал, там что-то рекламировал, соответственно, я сейчас в это погружен и хочу это продвинуть. Вот, какие мнения, сомнения, мысли, ощущения по этим осенним мероприятиям? Это для нас хорошая тема. Я уже жду. Все, ура. Назиля давно написала, а потом, в общем, ура.